Я помогаю людям давно, уже больше 16 лет. Мой дар – способность видеть то, что не видят другие. Раньше я вела личные приемы, но теперь я это делаю дистанционно, на Астросене. Это очень удобно и для меня, и для тех, кто ко мне обращается. Здравствуйте, с вами Inform TV. На 53-м году жизни умер актер из сериала «Сваты» Олег Триповский. Это произошло в конце апреля. Причина смерти Триповского пока не раскрывается. Печальную новость журналистам сообщили коллеги актера, известного по ролям в таких сериалах, как «Сваты», «День рождения буржуя» и «Слуга народа». В частности, о смерти Триповского написал на своей странице в Facebook украинский актер Виталий Салий. Цитата: «Олег Борисович, вечная память», говорится в опубликованном артистом посте. В «Сватах» актер играл директора хлебозавода. Олег Триповский родился в 1965 году в Волгограде. В 92-м он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карова. В том же году стал актером Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. В 11-м году ему присвоили звание народного артиста Украины, а в 17-м он был номинирован на премию «Золотая дзыга» за роль в фильме Павла Острикова «Golden Love». Коллеги Триповского рассказали, что он страдал тяжелым заболеванием. Одной из последних работ Триповского стал проект «Тайный дневник» Симона Петлюры, в котором артист сыграл роль Самуила Шварцбарда. Многосерийный фильм выйдет в эфир осенью этого года. Федор Добронравов, который также играл в сериале «Сваты», написал: «Замечательный артист, приношу соболезнования родственникам». Конец цитаты. По его словам, ужасно, когда в таком возрасте умирают хорошие артисты. Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи, также написала: «Соболезную, неожиданно, надо скорее снимать «Сватов», а то так и все располземся». На счету у великого артиста более 30 работ в фильмах и сериалах. Редакция Inform TV приносит соболезнования близким и родственникам.